Приметы о погоде дошли до нас сквозь время, еще от наших предков. Сегодня снегопад и минус на термометре, завтра оттепель. Как дачникам планировать работы в таких погодных условиях, подскажет опыт поколений. 14 ноября – день Кузьмы и Демьяна, предвещает начало первых заморозков. А если 19 ноября пойдет снег, вся зима будет снежная, сообщает народный календарь. 22 ноября – Матрёнин день. Если в этот день и не на деревьях, будет холодно. Если туман – оттепель. Лучшая защита деревьев от холодов – это снег. Он обладает отличными теплоизоляционными качествами, поэтому хорошо, когда снега выпадает достаточное количество. Если же остро ощущается его нехватка, то для утепления стволов необходимо собирать снег из других мест приусадебного участка, например, с дорожек. Подсыпать его нужно в приствольные круги или непосредственно к стволам. Мы показали вам, как это делать на примере с елочкой, но особенно нуждаются в подобной защите теплолюбивые деревья. Придется потрудиться и в том случае, если снега выпало слишком много, в особенности, если он мокрый и липкий. В этих случаях он скапливается на кроне, и слишком тонкие ветки маленького деревца или кустарника могут не выдержать такой нагрузки и сломаться пополам. Поэтому нужно внимательно следить за состоянием деревьев и при необходимости стряхивать с них снег. О человеке лучше всего рассказывает интерьер в его доме. Вы оптимист и любите яркие цвета и контрасты, а может быть вы предпочитаете классику, но тоже не прочь похулиганить, и ваша любимая комната в черно-белых цветах с необычными дизайнерскими элементами. Любите активный образ жизни и организуете дома спортзал? Почему бы и нет? Мы объявляем конкурс на самое стильное и необычное оформление загородного дома. Удачный интерьер. Присылайте фото вашего коттеджа по электронной почте на адрес novosti@kurgan.ru. Также не забудьте оставить свой контактный номер телефона, адрес, имя и фамилию. В конце года победителя будет ждать приятный сюрприз. Компания «Валентина» предлагает строительство домов из бруса и газобетона под ключ. Телефон 551-559. Если вы ищете неповторимые шторы, ламбрикены или тюль, приходите в салон «Евростиль». Оцените огромный выбор тканей, покрывал и многого другого. Шторы «Евростиль» – стиль совершенства.